Больше 50 миллиардов долларов локализуют в международном финансовом центре Астана. Об этом на международном инвестиционном форуме «Астана Инвест 2015» сообщил председатель Национального банка Кайрат Келимбетов. Он отметил, что еще одним направлением развития финансового хаба станет управление благосостоянием частных лиц и участие в управлении и привлечении средств из других стран. Напомню, сегодня во Дворце независимости проходит 6-й международный инвестиционный форум. В нем принимают участие больше 3000 человек из 30 государств мира. Это большая диалоговая площадка не только для казахстанского бизнеса, очень много инвесторов из, как я слышал, из 30 стран более. Значит, очень важно, что период, когда открываются новые возможности для нашей страны в связи с вступлением в Евразийский экономический союз, Всемирную торговую организацию, конечно, это есть определенные возможности для экспорта нашей продукции и в то же время есть вызовы. Но цель при проведении таких форумов найти партнеров, организовать совместный бизнес с высокотехнологичными компаниями, с якорными инвесторами, известными во всем мире компаниями, особенно в обрабатывающих секторах промышленности.